7 января такая важная и такая радостная новость. У вас появился ребенок, зазвучало в 9 семьях. Нисколько не умаляя счастье каждого родственника, бесспорно, именно мама рады появлению малышей больше всех. Нося их 9 месяцев под своим сердцем, они навсегда становятся единым целым со своими крохами, волнуясь и переживая за них, как никто другой. Для Марины Левковец появление сына на свет было особенно долгожданным. У молодой мамы он первенец. Настоящий богатырь весом 3930, главный подарок на Рождество. Позже срока родила, немножко, на пару дней. Поэтому ночью роды начались, в 5 утра получается. Мальчик большой. Еще не назвали, но, конечно, есть имена, которые вот, как хотим назвать, на примете которые. Но в такой праздник, конечно, хочется, наверное, что-то церковное там по календарю посмотреть. Поздравить мам с таким важным в их жизни событием в родильный дом прибыл архиепископ Иоанн. В минуты, когда мамам особенно нужна забота и поддержка, владыка дал им наставление, благословил и подарил памятные сувениры в знак торжественности и важности мероприятия. Это прекрасное событие в жизни. Каждый из нас пришел в этот мир. И эти дети пришли, и пришли именно в день Рождества Христова. Поэтому мы не могли не прийти, не поздравить. Поздравляем их и, конечно, поздравляем всех с праздником. И желаем, чтобы детей рождалось как можно больше. Естественно, они должны жить в добрых, счастливых семьях. Рождение ребенка должно быть плодом любви, доброго отношения. Родители должны быть всегда примером для своих детей. И родители не должны забывать, что ребенок чувствует настроение матери, настроение отца, еще даже тогда, когда он в утробе матери, поэтому родителям необходимо вести себя так, чтобы ребенок был спокойным, добрым, рождался, приходил в этот мир и понимал, что уже на нем ответственность лежит, потому что он имеет этот величайший дар, жизнь, который дал ему Господь. Свой сувенир от владыки получили все мамы. Тех, кто не смог выйти на торжественную встречу, архиепископ Иоанн навестил прямо в палатах. Не остались без внимания духовного наставника и врачи роддома. Владыка благословил докторов на новые медицинские свершения, о которых действительно хочется говорить. Начиная с 1 января в областном родильном доме на свет появилось 88 малышей. В большинстве – девочки. У нас за 2018 год проведено 5476 родов, при которых родилось 5549 детей. Вот. Поэтому мы считаем, что результат достигнут. Брестская область лидирующая среди всех регионов нашей республики. Ну, конечно же, после города Минска. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.